Представникам рабочих не дозволили выступить на сессии. И тогда оппозиционеры вышли на площадь. Если только вы ослабите разумное давление на органы власти, все, на этом Белоруссии будет труба. Это я вам говорю как директор совхоза, как член партии, как хотите, понимаете. Но говорю вам однозначно. Только одна надежда на то, что вы разумно будете поджимать нас, понимаете? Как разумно? Вот, понимаете, вот то давление, которое вы осуществляли до сих пор, и в Минске здесь, я ведь его однозначно, где-то вот мои замечания мои стоят, я еще тогда им скажу, что я однозначно поддерживаю вас. Ну, я не могу вам большего говорить, вы понимаете. Будем сподеваться, что и парламент, и страйкамы знойдут шлях до сгоды.